По жизни школьник Вазген побаивается собак, но с Лилу решил познакомиться поближе и вызвался дать ей несколько команд. А все потому, что это не простое животное, она собакотерапевт. Их специально дрессируют и воспитывают так, чтобы они могли оказывать своеобразную психологическую помощь человеку. В тех же ПНИ, в тех же хосписах, да, то есть очень узкий круг общения у людей, которые там постоянно находятся, или вот как в детские хосписы, детки приезжают, и, конечно, мы стараемся всячески их развлечь, отвлечь от каких-то грустных мыслей, от иногда лечения или от реабилитации. Зоопсихолог Ника Могилевская и Лилу стали гостями первой библиотеки в рамках проекта «22 вопроса к». Школьники узнали, как правильно выбирать, воспитывать и ухаживать за своим питомцем. Завести собаку – дело ответственное. Такие помощники, как Лилу, не только помогают справиться со страхами, но и понять, получится ли быть хорошим хозяином. Собаки, конечно, у нас все подготовлены, то есть они знают, как себя вести. У нас есть и активные собаки, такие, которые выглядят невоспитанными и очень спокойные, пассивные. То есть они подходят и тем людям, кто хочет такого вот активного прям контакта, взаимодействия, и тем, кто, может быть, побаивается собак. Непоседливая героиня очаровала всех. Ребята наперебой задавали вопросы о психологии животных, благотворительности, о том, как правильно вести себя в тех или иных ситуациях. Не забыли обсудить и любимые книги, прежде всего о животных. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».